палящее солнце. Рабочие трудятся с самого утра. По улице Маяковского кладут новое асфальтовое покрытие. Качественное, износостойкое, выполненное по всем нормативам ГОСТа. На участке дороги работает бригада из нескольких человек и машина спецтехники. По словам специалистов, погодные условия никак не повлияют на качество будущего покрытия. Завершить ремонт дороги здесь планируют в ближайшее время.